Здравствуйте, дорогие друзья! Мы поговорим о продажах. Значит, давайте начнем лучше с результатов. Я сейчас веду школу Джанго, и вот сейчас посмотрим, в каком месяце, наверное, летом. А сейчас у нас январь 16-го. Значит, я как раз делал сайт по Android. Он имел немножко другой вид на том этапе, но нас сейчас интересует статистика. Вот тогда было на момент запуска, это было у нас 5 июля 2015 года. Как вы видите, статистика 7,7% возврата. Нас интересует возврат. Мы об этом поговорим, о системе продаж. Через полгода... А вот статистика этого сайта, возврат 47,5%, то есть из 100 человек, грубо говоря, 47 возвращаются обратно. Запросы на 100% бьют, Python, Kiwi Python, Kiwi уроки, Python Android, то есть это действительно сайт по Python Kiwi. Значит... Когда я делал систему продаж, давайте вообще, наверное, многим интересно, все началось. Значит, все началось еще в 2008 году. Впервые эту методику применил Overstock. Значит, официальная статистика, Патрик Бирн, 1995 год, это был прорыв. Вот так выглядели сайты тогда, да, это были HTML-сайты, 95-й год. И, как мы видим, вверху висит баннер. То есть продаются VNS-кассеты, видеокассеты, кто-то уже не застал их. А вверху висел баннер для детей. Значит, человек заходил, видел баннер для детей, думал, наверное, что для детей, и уходил. На самом деле, просто значит, компания Overstock хотела помочь детям, но продаж не было. Значит, после анализа этот баннер был заменен нашумевшим фильмом. Значит, по официальной статистике, прибавление сразу же в течение месяца 33%. Для компании Overstock, это я вот сейчас зачитываю, 2 040 000 долларов, 40 тысяч долларов ежемесячно. Разница, элементик заменили. Вот тогда, в 2008 году, когда я впервые купил компьютер, это была моя первая статья. Я великолепно продавал, поэтому стартовал, я помню еще тогда, как научиться продавать лентяю. Сделал курс, который по $60 расходился хорошо. Продал я более 3000 копий. 2 года потратил на создание системы продаж. 4 года работала школа. Сегодня, будем говорить так, с 2013 года, до этого у меня был и маркетинг, я закрыл все проекты. И с 2013 года я занялся Python, Django, этими языками, этим языком я занимался уже с 2009 года. Но до 2013 года основным моим работой в интернет было только продажи, обучение продажам. С 2013 года я занялся Python, то есть здесь проделана очень серьезная работа. Здесь было прощание с PHP, здесь был написан курс по Python для совсем новичков. Сейчас работает школа Django, сейчас работает школа Android, все с нуля, поэтому...
Но куда же девать знания по продажам? Ведь продажами я занимался вообще с 2001 года. В офлайне я великолепно продавал. Значит, и вы видели статистику. Все проекты я развивал сам. Один. Как? Вот об этом и будем разговаривать на этом сайте pro365.ru. Этот сайт можно применять для любого языка. Или вообще вы можете быть пользователем WordPress. Ведь я рассказываю вещи, совершенно не связанные ни с каким языком, просто они применимы для сайта. Система строится всего лишь на двух законах. Первый закон. Покупает тот, кто возвращается. Большинство людей считают, что если они нагнали трафика как можно побольше, то будут продажи. Нет, продаж не будет. Или будут, но не те продажи. И это я еще рассказывал, помню, в 2010 году. Приходил в школу человек, хотя я обучал оптимизации. И сейчас мы здесь курс пройдем SEO. И человек говорит, да, вот сайт в первых рядах, а продаж нету, потому что это совершенно разные вещи. Да, я учитываю SEO, обязательно учитываю, но наша задача получить возврат пользователя на сайт. И здесь очень много методов и технологий. И вы знаете, все-таки начал я вести вот эту школу, думаю, ну не закапывать же знания. Я сбрасывал ребятам, сейчас на всеобщее обозрение не буду, но ребятам в школе Джанго сбрасывал статистику за год продаж. Неплохо, да? Где-то делал видео, пока все отдыхали, допустим, за первые 10 дней Нового года, когда вроде не должно быть, около 30 тысяч заработал, пока все отдыхали. Ладно, научитесь. Не в этом дело. Значит, первый закон, это, который мы начинаем изучать, это покупает тот, кто возвращается. Второй закон, это малое изменение, большой результат. Вот то, что мы смотрели, да, вот это реальная вот ситуация, это то, что меня вот тогда зацепило в 2008 году. И в принципе, ведь я компьютер в 2008 году, если честно сказать, купил, чтобы играть, но так не сыграл ни в одну игру. Потому что когда мне вот эта статья попалась, а там еще была статья, просто картинку, я понял, я умел первоклассно продавать. Когда я делал курс по продажам, то есть диск расходился, люди получали результат. Ну, тогда меня интересовала система продаж в интернет. И как раз был тот момент тогда, в 2009 году, что я работал практически по рекомендациям. И я понял, что вот он закон. Просто это второй момент. Первый момент покупает, тот, кто возвращается. И я понял, что это я уже сделаю. Да, действительно, два года тогда, 2008-2009, ушло на разработку системы, с 2009 по 2013 работала школа продаж, отрабатывались все методы. Сегодня я сам для себя, в принципе, то есть система продаж для меня это что? Ну, я умею это делать, поэтому мне все равно, но просто я увидел по школе, вот когда люди выполняют, вот, допустим, обучаются Джанго, где-то там по продажам я тоже говорю, и у них начинаются продажи реальные, да, то есть человек сначала там себе писал, помню, значит, Миша Попов, да, по-моему, я сам себе вспоминаю, да, что, о, попробую вот сейчас добиться первой продажи. Первая, потом три, потом больше. То есть система работает. Но я вам скажу еще один такой момент. Мы будем, я всегда говорю, есть несколько цифр. Вот сделали вы сайт.
первая задача – это 30% возврата. 30%. В принципе, достичь несложно, мы об этом разговариваем. Вопрос в том, что тогда начинают идти продажи. Потому что я вот смотрел ребята, которые пишут в школе, да, вот уже 17% продаж, пока больше там не получается. Конечно, надо время, чтобы научиться. Потом ваша задача достичь от 40 до 50% процентов возврата. Возврат, как, то есть, смотрите, большинство людей ассоциируют продажу с кнопкой там «купить». Грубо говоря, вот человек, ой, не туда я нажал, допустим, получить логин и пароль, и с кнопкой «купить». Вот это для них продажа. Они рассказывают многое там, но на самом деле это хорошо, об этих кнопках мы тоже поговорим. Вопрос в том, что продажа – это всегда следствие ранее сделанных действий. Если 50 человек из 100 вернулись, значит, им что-то интересно. Конечно же, люди, которые вернулись раз-два, они и спокойно принимают решение купить. Ведь никто ж не делает сбалмошно, да? Зашел на сайт, увидел, купил. Конечно, так не происходит. Человек приходит на сайт, закрывает, сохраняет закладки. То есть все эти вещи надо учитывать. Мы это рассматриваем. Мы рассматриваем это по шагам. То есть система работает по шагам. По шагам. Я исхожу из того, что вы полный чайник в продажах, и решили научиться продавать. И вот мы идем шаг за шагом, где я рассказываю, вот что надо делать, чтобы покупали. Иными словами, что надо делать, чтобы получить в первую очередь процент возврата до 50. Вот что важно для нас. Тогда продажи станут следствием. Товар не важен. Товар не важен. Я бы вам сказал, о чем данная система, вот если сказать еще в нескольких словах. Ребят, эта система не зависит от времени, потому что в основе ее лежит контент. Контент. А контент что это? Это все. Вот картинка – это контент, видео – это контент, То есть мы учимся составлять контент таким образом, чтобы это привлекало, вызывало желание вернуться. Чтобы это не было чем-то там, как люди что-то мистическое придумывают. Ребят, но есть обычные вещи. Просто вот человеку нравится это, и он хочет это знать, и он платит за это деньги. Я вас этому хочу научить. Потому что большинство людей ассоциируют продажи с поиском золотой кнопки. А вот я сделаю сайт, потом найду некий метод. Сегодня на этом вообще спекулируют многие, там убойная методика. Да, для человека, возможно, который сделал эту методику, она работает, но не факт. Он просто хочет продать эту методику. Вы знаете, я отказался от создания там дисков, это вот был мой первый этап, 2009 год, я вам показывал диски, сейчас я его где-то на сайте Django в первом плане, он там есть, я отдаю его бесплатно людям. Ну, кто-то захочет научиться убеждать человека. Там офлайновские, да, методы. Просто кто хочет, скачает. Значит, дело ведь не в этом совсем.
И вот вы видите картинки, инструменты, технологии, социализации, и вот это как бы шаблон продаж, да, я там объясняю. Но просто вот это все включается в систему, которую вот я создал. Инструменты, все, что нам помогает размещать, работать с интернетом, это программы, это сам интернет, это все. Технологии продаж. Это очень важные вещи, что они в себя включают. На самом деле, ребят, секрет в том, что в его отсутствии, например, сейчас вы меня поймете, что такое технология. Первая школа, которую я делал по продажам в 2009 году, я тогда не умел, этот сайт я сам написал, да, но я не умел писать сайты, я брал обычный WordPress. Технология заключалась в следующем. В каждой статье была картинка, это раз, вверху статьи, которая была полностью адаптирована по статью. Второй момент. В каждой статье была в тексте ссылка, которая подкреплялась определенными тегами. Ну, грубо говоря, всегда, вот если мы пишем слово «Вася», да, Вася идет на рыбалку, да? И значит, с собой взял удочку. Мы психологически воспринимаем всегда не вот этот текст. Посмотрите, обратите на себя внимание, а то, что здесь всегда, вот если в скобочку поставить там в нужный момент подписаться, это мелочи, да, но они именно работают. Так вот, технология заключалась в картинке и в аудио. Значит, аудио в той школе было просто, я вел беседы с учениками, которым помогало разобраться, как начать продавать. И люди, которые приходили, слушали это аудио, им тоже хотелось, они присоединялись. Это была технология. Картинка, текст, не более 500 слов, я потом объясню в SEO, не делайте никогда текст более 500 слов. Я сам сейчас это нарушаю. Ну просто, не знаю, обнаглел, наверное, а может просто как-то. Но если вы особенно не дружите с оптимизацией, то тексты до 500 слов, это, кстати, заявление Google, это лучше то, что индексируется. Ну и там мы поговорим о SEO, это мелочи, вы видите в странице. То есть, еще раз повторяю, название, картинка, текст до 500 слов, аудио. Все, шаблон. И $150 данный курс стоил. Люди приходили. Я попытался, подумал когда-то, довольно просто, попытался поменять технологию. Все, продажи прекратились. То есть в первую очередь должна быть найдена технология. Не кнопка золотая, а технология восприятия вашего контента. Это важнейшая задача, которую мы будем разбирать. И разбираем постоянно. Например, тот, кто шьет, у него первично что-то. Тот, кто делает машины, первично что-то другое. В этом мы разберемся. Социализация. Это использование социальных сетей и не только. SEO. SEO, видите, у меня стоит не на первом месте. Конечно же, мы будем работать с SEO довольно простыми методами. Я вам покажу методику, которая у меня работает на протяжении 6, уже даже не 6, наверное, 8 лет. И заключается она в том, что просто я вас научу понимать поисковики. Не надо будет ни подстраиваться, ни по что, просто надо знать, что делать. Дальше идут вещи, это оптимизация сайтов для продажи и возврата. Вот это важные вещи. Вот те вещи, о которых мы говорили, вот эти вещи, да, что с собой взял удочку. Использовать надо то, что в скобках по контексту. Если у вас та же кнопочка, то расстояние, ну я сейчас говорю навскидку, ребят, от текста, да, вот, копировать, вставить,
от верхнего до нижнего должно быть не менее 2 сантиметров. Это вещи, проверенные Гуглом годами, и они написаны. Но просто их надо применять в комплексе. Вот это называется, такие вещи называются оптимизация сайта для продажи и возврата. Это никак не относится к SEO, это относится. Ведь я вам сейчас могу набросать работающую технологию за одну минуту. Ну, давайте посмотрим. Вот берем пустую страницу. Смотрите, все делается просто. Ну, для меня просто, когда знаешь, и вы будете знать. Вот берем страницу. Смотрите. Это навскидку. Вот у нас заголовок, делаем некий, делаем видео. Дальше. У нас есть текст. При этом текст мы составляем с особым умыслом. Но какой умысел? Вот нам надо продать продукт. Допустим, это яблоко. Ну, я к примеру. У нас есть яблоко. Ну, не совсем яблоко, но хоть зеленым его сделаем. Хвостик рисовать не буду. Ну, давайте нарисуем хвостик. Так вот, теперь для нас важно, что человек, которому нравится, ну, я, к примеру, говорю, читать про яблоки, он должен вернуться, не купить это яблоко. Да, у нас есть кнопка «Купить», да, она есть. Получить там кнопка «Купить», да, где-то там. Но основная задача – возвратить пользователя. Значит, этой страницы нам мало, поэтому мы делаем другую страницу. И в тексте нам важно поставить ссылку на какие-то варианты. Ну, например, вот здесь идет работа. Эта работа идет постоянно. То есть мы открываем обычный, то, что я открывал, Google Аналитик, мы смотрим входы, выходы, ну, такая вот вещь, да. И отлично. Вот это видео мы смотрим, оно не идет, мы его меняем. Как только мы находим у себя, мы просто пишем видео, находим видео, которое работает, мы его вставляем на канале. Не надо писать видео специально, вы никогда не... Вы просто пишете, какие-то видео будут просматриваться. Вот те и будем делать классными. Вот здесь тогда в тексте, я тут уже перепутал, где я тут видео сделал, но неважно. Допустим, мы сделаем какую-то выноску. Выноску и подкрепленная фраза переходит на следующую страницу, где человек может очень коротко почитать какую-то историю. История, она всегда подкрепляет какие-то вещи, когда она реальный человек. Я всегда собирал истории. Я говорил, что продавайте истории. Люди пишут сами о себе, но продайте вы. Это то, что продается, это опыт. Все. Если человек почитал историю, а страница, допустим, была «Как вырастить яблоню», да? И нам остается что сделать? Если у нас есть история, нам остается... поместить несколько рецептов выращивания яблок. При этом мы эту же ссылочку ставим на этой же странице, на рецепт. Зачем? Доверие. Доверие. Когда человек увидел рецепт, он пошел там, сделал какие-то удобрения, полил его, яблони там выросло, он говорит, да, я тебе верю, это действительно работает. Человек начинает возвращаться. При этом я брал утрированный пример, но вы должны понимать, как только начинает идти этот процесс, мы то в голове держим что? Первое, чтобы пользователи сохраняли сайт в закладке. Второе, чтобы пользователи возвращались. А мы все можем отследить, какие пользователи приходят 1, 2, 3 раза. И когда мы находим удачную вариацию, мы можем ее дублировать сколько угодно, она уже будет работать, никуда не денется, будут идти продажи, и другие будут ходить вокруг вас, ну что вы делаете, да ничего, я просто знал, что вот суть отразил, и человеку интересно, то есть страница сайта перестала оторвана быть от жизни, вот то дерево в саду,
и в интернет, да, на странице, но ощущения у человека те же. Он естественную страницу видит. Понимаете, о чем я говорю? Этому, в общем, надо учиться, ребят, на самом деле. Так вот, суть этой системы, это чему я учу? Грубо говоря, составлению, размещению контента. При этом не важно ни ваше образование, ни то, что вы там пишете, как вы пишете. Важно понимать и писать для пользователя. Вот то, что люди говорят, пишите интересный контент. Вот мы и рассматриваем вопрос, как писать интересный контент. Вот. А интересный тот, за который люди готовы платить деньги. Все, ответ найден, вперед. Я рассказал совершенно спонтанно. И здесь идут чистая математика. Продажи – это наука, как математика. 30% возврат, такие-то деньги. А либо кто-то хочет нагнать трафика, нагнал, но 1000 человек пришло, 1000 ушло. А я вам говорю, есть другие законы, их надо знать. Неважно, сколько у вас. Пусть у вас будет 100 человек в день. 100. Но если из них 50 возвращается, вы будете иметь по 5, по 7 продаж. А у кого будет 1000, он нагнал там при помощи роботов, но эта 1000 ушла, у него не будет продаж. И я рассказывал в курсах про такие случаи своих знакомых, которые говорили, вот сделал, а я захожу на сайт, я вижу, сайт не будет продавать. Не знаю, получилось мне вам как-то рассказать довольно просто, о чем моя система. Там еще много пунктов. Продажи и приглашения, очень много фишек. Простые и мощные методы продаж. На самом деле достаточно найти 4-5 действий, которые для вас работают. Ну и постоянный анализ, психология, ну это само собой. Я не говорю, что будьте суперпсихологом. Ребят, просто научитесь делать на сайтах то, что вы делаете в жизни. Понимаете? Это значит, что ваш сайт должен вестись так, как бы вы общаетесь с пользователем. Но он не должен отличаться, не должен быть заумным, потому что заходишь... Я делю людей на две категории, которые всегда правы, но без денег, и у которых есть деньги. Был нормальный человек, только разговаривал с другом. По телефону, вот сидит человек перед компом, разговаривает с другом. Здорово, Серега, поедем завтра на пикник? Да, поедем, все класс. Раз человек заходит в интернет, пишет статью. Пишем, яблоко, вот он пишет, да? Я пример, да, как человек меняется. У него мысль, а вдруг обо мне подумают плохо, я же хочу быть умным. Пишет, яблоко, диаметр 40 сантиметров, цвет светло-зеленый, пятнышко одно, вес яблока там 150 грамм. Слушай, вот хочется спросить человека, а чё ж ты вот другу говорил, Серега, поедем на пикник, почему ты ему не сказал так? Серега, мы возьмем с тобой автомобиль, вес 1,5 тонны, заправим 92-го АИ-92, 8 литров на заправке, на улице, та-та-та. Тебя давно послали куда-нибудь, скажешь, ты что, идиот? Так зачем же вы становитесь такими многие в интернет? Вот чему я учу второму. Будьте сами собой, ребят. Это важнейшая вещь. Вы многие не замечают, как они меняются. И статья превращается в неизвестно что. Вот это я имел в виду, когда ваш контент отличается от психологии пользователя. Когда пользователь видит, что вы пишете простым языком, рассказываете реальную историю, грубо говоря, он бы как бы общается с вами. И ему легко понять вас, и он себя чувствует в своей тарелке. Но как только вы начинаете умничать, вы становитесь просто правым и умным, но без денег.
Ну, много всего я сейчас рассказал, но я рассказал, в принципе, всего лишь какие-то основы. Одно понятно, можно подвести итог. Система, с которой я работаю с 2008 года, я и сейчас хоть занимаюсь программированием, но продаж много, поэтому людей много, люди постоянно добавляются, видят. Поэтому я постоянно просто эти навыки уже тренирую, развиваю. А систему продаж начал делать, чтобы помочь другим людям. Ну, то есть вам. Два правила можно повторить, которые подвести итог. О чем эта система? Система о двух законах, чтобы пользователь хотел вернуться. Второй закон – это как делать изменения. Иногда, вот как мы видели в примере, достаточно всего лишь, как здесь было, баннер поменять. У вас это может быть изменение видео, я не знаю, это будет все видно из практики. О чем система дальше? О составлении контента интересного. При этом мы четко подводим правила. Интересный контент – это контент, за который люди готовы платить деньги. Ну и изучаем мы по шагам, хоть я рассказал так просто, но на самом деле просто я все это держу в голове, и у меня это на автомате. А когда я начал это рассказывать, то оказалось, что это довольно долгая история, поэтому сделал я сайт, наверное, из-за того, что, ну, жалко просто взять ее после стольких лет отработки, пусть она приносит пользу другим людям. Вот что я хотел сказать. Это сайт pro365.ru. Значит, здесь можно найти, это у вас поменяется меню, если войти. Если нажать начни здесь, значит, вот, то здесь можно посмотреть об уроках, а вот здесь еще полноценные школы, если вас интересует. Python, Django, Android. Если вы соедините в конце концов программирование и продажи, ребят, ну, у вас будут деньги, я думаю, семья вам ваша скажет за это спасибо. Видео долгое получилось, но хотелось сделать обзор. Я его, по-моему, сделал. Спасибо. Спасибо. Все. А, для получения логина, пароля. Нажимаем «Получить логин и пароль». Часто есть скидки. Значит, после чего оплата производится при помощи Глопарт. Значит, вы получаете, когда оплатили, выбрав оплату, отсылаете письмо. Есть инструкция, вот здесь есть контакты. И в обратном письме получаете логин и пароль. Доступ пожизненный сайт. Продажами надо заниматься. Я думаю, что в течение года, если практиковаться, и мы уже не говорим сегодня о программировании, потому что я сейчас отделяю, что будут заниматься все, да? Потому что для программистов немножко там я по-другому даю. Вот. Успехов! Все научитесь, все научитесь. Спасибо.